Samsung представила свои новые флагманские смартфоны Galaxy S6 и S6 Edge. S6 от S6 Edge отличается по большому счету только дизайном корпуса, а злые языки в интернете опять начинают говорить о том, что Samsung только умеет, что обводить iPhone ручкой. Sony показала свой новый планшет Xperia Z4 Tablet. Планшет рекордно тонкий и маленький, компактный, с 10-дюймовым дисплеем и при этом защищен от влаги по стандарту IP68, так что с ним можно купаться или смотреть интернет по около бассейна. HTC представила свой новый флагман One M9. Ничего революционного по сравнению с предыдущим флагманом здесь не предвидится, в продажу поступит в марте, ну а рекомендованные цены пока не объявлены. Производиться он будет в 4 цветовых вариантах. У Lenovo скоро выйдет два новых интересных планшета, это Tab 2 A8 и Tab 2 A10. A10 подороже, A8 подешевле, ну и интересной фишкой там является технология передачи расширенного объемного звука Dolby Atmos. Ну и понятное дело, A10 будет 10-дюймовым, а A8 будет с дисплеем 8 дюймов. Текстовые обзоры и таблицы с тестами ноутбуков у нас на сайте www.notic.ru. Вот он он! Вот он он! Наконец-то приехал! Сколько лет, сколько зим, мама дорогая!